К зданию близко не подходите, сейчас арта там будет. Посмотри в бинокль, Эрик, что там сейчас будет? Как смотри, там командир, там, где наши стоят боеприпасы и ремонтка, там враг. В этих домах враг. Да-да-да. Оттуда пулеметчик валет, он по полю стоит. Эти не дают. Поэтому не пускай. Базуку бери и на этот, как его, блядь. Панцершрек, там два заряда. Ты сможешь на дальнее расстояние с нее два заряда, если что, попасть? Я уже взял Шрек, это. Ладно, окей, понял. Я по мяч беру, правильно? Угу, да-да-да-да-да-да, бежим на метку. На зеленый, да? Да-да-да. У меня карты нет на этом. Какой спаун, скажите мне по буквам. А, да-да. Вода не пьется, пока время идет. Чем она раньше пилась? Да, не, быстрее отбежать. Давай, Кинг. Ты сегодня марафонец. Будем ралик бросать. Сейчас кини. Держись со мной. Побежали, да. Ты здесь, Эрик? Давай отставим. Да, здесь. Кинг. Машинка встречает. Где? Готовься, сейчас приедет, Кинг. Парни, двое на левую сторону дороги, остальные за мной. Базука, работай. Радист пошел налево. Пехоты и машинка, двигаемся к мосту. Пулеметчик, готовься их там отстреливать. Принял. Можешь забраться на сарай? Под мостом там. Молодец, грамотную позицию выбрал.
навести. Двигайся ко мне, двигайся сюда, ВТК. Пехота сейчас будет, надо уже ее встречать. Смот, пехота. Перед нами. В кустах у левой дороги. Гранаты бросают они. Впереди на дороге под мостом легкая армор. Смотрит в наши стороны. Да, танк под мостом вижу, подтверждаю. Обходят со стороны реки, со стороны реки обходят. Прям вдоль реки идут. Понятно. Смещать. На мне трое. На ралике, на ралике встаем. Пулеметчик работает, прям по ним попробуй выйти. На ралике встаем и идем им на пересечение. Они резко идут прям по самой бровке реки. Парни, надо вот эти дома занять, которые мы были. Сейчас я вам метку поставлю. Один кто-нибудь туда зайдите, просто сидите там, чтобы смотреть периметр, откуда они идут. Не совсем понятно, нам нельзя там коридор открыть им, чтобы они прошли. Попробуй дойти до моста. Снять эту, блядь, этот танк. Там что-то впереди. Аккуратней, малой. Вроде там где-то ему там дальше. Целый тот склад. Кинг возле тебя. Прошли дырку сделали. К нам в тыл заходи. И в сарай возле меня. Давайте к сараю. Слышу пулемет. Хас, я помню, ралик вижу, окей. Вижу ралик вражеский. Идите, пересекайте. Угу. На мне. Логистика около меня. Логистика проехала мимо меня. Я снял.
Логистику у них тоже. Молодец, хороший. Продолжаем движение. Занимаем это здание, где малой. И двигаемся к другим зданиям. Другая цель реки... это на метку перемещения. Там тоже надо занять позиции. По стороны реки заходить нет. В доме кто-то есть, не знаю. В доме есть пулемётчик. Второй этаж. Ральки я ему уничтожил. Так что пока не задержим. Хорошо. ВТК, если сможешь, меня поднимешь тогда? Хорошо. Слушай, Кинг, я думаю, тебе лучше на моей стороне держаться, где я открою карту. Они нам здесь будут пытаться проехать на машинке. Здесь более незаметная зона. Малой, лежи, я тебя могу поднять. Хотя делай свободное движение, ты сам тогда принимай решение. Но я думаю, они больше здесь будут пытаться прорваться. Что у вас там происходит? Я слышу пулемет. Все понял, иду начищать дом. Пулемет. Там ралик. Дымы не забывайте кидать. Сняли его? Снял пулемет, снял. Отлично. Все, поднимите меня, пожалуйста, парни, медика поднимите. Малой, я тебя поднял. Че ты лежишь-то? А. Я тебя давно уже поднял. Сорян, чтец. Ничего-ничего. Лежу, смотрю на карту, думаю, меня поднимут или нет. Командир, идем на сближение к мосту. Там точка у нас вроде отхватывает. Без вас разберутся. Я понял просто. Там снайпер и кастер. Моста, да. Что у вас там происходит? Ничего. Там вроде враг бежит рядом с ранником. У них тут рак, у них ралик рядом с нашим, они нас не видят. Я понял. А, найди, зарви его, попробуй. Попробуй. Как они прошли-то туда? Да-да-да, у них машина там стоит, они оттуда спавнятся, они спалили нас. Да? А, машина да. Прям где? Посмотри в лесу, смотри, там в лесу деревья такие стоят. Прям
тебе сказать, блин. Да-да-да, вот это тут. Идем, надо их зачистить, надо взорвать. Они, боюсь, сейчас ралик взорвут. Давайте быстрее, ребят. Не, подожди, не резайся, не спали ралик, они сейчас его ищут. Окей. Вижу пехоты много. Пулеметчик, начинай их сейчас ралик встречать. Красный ралик. Слезаю, метки поставил. Ралик? Подними ралик. Так, кто умирает, на МСП встаем. Приметчик встречи метки поставил. По полю бегу. Сейчас сюда арта полетит на метку, пока сближаемся с ними. Прямо на мне, справа от меня. Жаба, если слышишь, на мне враг, развернись. Парни, на МСП встаем и идем. Ралик надо еще переставить. Малой, там огонь не открывай, скажи, видишь, что-то горит вдалеке. Сейчас скажу. Мне бы выйти, зачем? Вот вижу машину перед собой, там двое. Уже трое. Не открывай огонь. Не стреляй, прячь. Эрик, ты где? Через дорогу сейчас вот, 2 минуты. Минута. У них, если что, они вроде побежали. Рядом, командир. Идем снимать ее. Угу. Вижу машину. Но я уже тут стою. Сзади враги. Отходим. И отходим, там, отходим. Угу. Меня ранили. Рассасывайся, по нам огонь уже.
самолет летит, сейчас будет бум. Самолет летит. Хорошо. Все, мужики, снимаемся, уходим отсюда. Теперь мы идем в тыл и ищем ралли, которые с этой МСП пришли. Они где-то здесь кинули ралли-поинт, ищем его. Наш ралли контролять или будем переставлять? Ко мне переставляем. Принято. Юго-восток. Вижу пехоту. Эрик, давай ко мне. Угу. Передо мной по дороге пробегает пехота. Отсекаю. Перемещение, там уже позиции заняты. Чуть сместимся. Меня сняли, возле меня враги. Понял. Давай, родись ко мне, ралли сейчас ставим, встаешь и начинаем отсекать их. Давай, пулемет, возрождайся, занимай позицию, держим это направление. Соседитесь, смотрите, у кого бинокль есть. Вижу пехоту много. Пулеметчик начинает работать. Вижу.
Ага, пулемет слышу, слышу. Да, их там в кустах полно, и ралик. Сзади, сзади стреляют, сзади по нам. Сзади, да. Ралик вижу вражеский. Парни, вставать на ралик. На мне прям пих. ВТК, они южнее. Они левее тебя. Ребята, они заходят. Я пытался обойти их. Они прям на мне. Они по полю бегут. Лежи. Да, осторожно, командир, там в кустах. Парни, надо задумать эту метку. Хас, думаю, ралик надо чуть сместить. Я спамлюсь, мне прям близко стреляют. Даже никого зарядить не успеваю. Красный ралик. Вот ралик красный. Да мы не можем. В кустах передо мной. Ага. Гранаты туда. Блин, сорян, не смог. Ждите, гивапайтесь и ждите. Встаем на МСП, бежим на метку перемещения. Там дымы впереди, там враг уже. МСП, который внизу, идем за мной, бежим на метку. Перемещение. Стреляет уже.
мне радист. Есть. Стой. Там пехота впереди. Нам надо к ним в тыл зайти. Пулеметчик, мы ждем тебя. Хас, можешь метку дать? Да, их вон много. Специально объявляю сафари, открывайте огонь. Пулеметчик. Хорошо. Твои фраги. Блин, тут поле открытое, а? Огонь, огонь, там целое отделение. По кустам он ползает, и они обходят нас. Пулеметчик открывает, остальные бежим вперед. Понял. Командир, сейчас кусты как пробежишь справа, смотри аккуратней. Потому что тут ралики вот опять. Они стоят 89 и 91. Пока мы их не снесем, ничего не будет. Их надо сносить. Давайте 89 попробуем зачистить. Вот вдоль этой зеленки, там у них какой-то рез, надо пройти туда. Кинг, как там дела? Я отлично. Есть у кого амобокс? Полняшка в доме. А, амобокс, стрелок? Или стрелок там, или что-нибудь. Я за патроном побежал тогда. Один прям передо мной в кустах. Вижу ралик впереди меня, 100 метров. Бегу к нему прям. Он пропал. Его сняли, видно. Второй этаж дом. Там где... Пропиши респаун, ну, нет у нас сейчас. И ты пополняешь, если не добежишь до дома, то не пополнишься. В доме уже враг, на втором этаже. Я сейчас попробую гранатку кинуть. А у меня нет, забей. Давайте вдоль пробежимся.
Ралик. Прикрываю. В доме еще один. Нет, не снял, командир. Есть. Идемте ко второму ралику, 36. Между отметками 36 и 84 в этом лесочке группа пробежала. Обновляй ралли. Да, хорошо. Понятно. А, блот, блот. Все на дефу блот. Родись ко мне. Прописывай респаун и беги ко мне. Принял. Секунд, командир. Пулеметчик, попробуй дойти, знаешь, докуда? Вот здесь замедим позицию, а мы в лесочке подождем. Родись, пойдем за мной, они сейчас тут пойдут. Все, занимай здесь, рассасываемся. У меня враг. Ну видишь, дядя Хастлер был прав. Деф идти здесь, я побежал к пулеметчику. Деф идти. Меня закидали гранатки. Лес деф идти. Ты умер? Нет, вы оставайтесь здесь, оставайтесь там. Был. Где ралик, круг ралика, просто рассоситесь, они сейчас через вас пойдут.
Окей. А, пулеметчик, а ты, наверное, ко мне надо смещайся. Понял. Они дом заняли. Скорее. Хорош выстрел был. Пехота идет. Вижу пехоту перед собой. Открывай, метки две поставил вам пехоты, они прям там идут. Сразу надо этот зачистить то здание. Натыкали же меня. Хорошо. Парни, вдвоем, втроем, не скапливайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Пулеметчик подавляй. Сможешь поднять? Я за бугорком вроде. Да, да, конечно. Угу. А где? Не знаешь? Противник? Противник со стороны Хаслера, со стороны командира. Там лежит свой ранен, поднимает. Вот здесь прямо за бруствером. Угу, сейчас попробуем. Я гранату закину, погнали. Ты смотри, там наших не застрелил. Ага. Второй этаж. Нет, там второй этаж, все трупы. Здание они. К зданию близко не подходите, сейчас арта там будет. Посмотри в бинокль, Эрик, что там сейчас будет? Как смотри, командир, там, где наши стоят боеприпасы и ремонтка, там враг. В этих домах враг. Да-да-да. Оттуда пулеметчик валит, он по полю стоит. Он опять не дает. Поэтому не пускай. Ну, возле домов, да. Хорошо, арта идет, а возле домов. По домам. Бегите на 91, четверка возьмет 20.
25 направление. Там они опять ралик поставили. Вот там, если мы в кустах положили, там ралик хас. Ну все, все надо чистить, они будут оттуда идти. Угу. Давай, Кинг, зайди, попробуй их там. ВТК рядом, враг, аккуратнее, меня убили. Я не понял откуда. Понял. Я не знаю, пока меня надо не поднимать, пускай малой подбежит. Ты займи позицию, да, давай. Осмотрись, малой меня поднимет. Не близко от себя. Не высовывайся, выжди, выжди момент и потом наберешь фрагов. Они сейчас будут выжидать. Малой как приманка будет. Будет меня поднимать, если убьют. Главное, жди момент. Жди момент, открываю главный ход будет. Так, я поднимать? Да-да, давай. Угу. Враг между нами с вами. Вот дерево высокое стоит. Вот там враг. Да-да-да. Вот там какой-то одиночный ползет. Пехота на пенте 10. Малой, аккуратнее, там пехота уже впереди. Кидай угу, вперед гранату. Вижу, вижу. Ша. Ралик вижу вражеский. Иду снимать. Подними пиро. Да. Эрик, а точнее Базук, что там у тебя? Все нормально, чисто? Кинг, я расслышал. Не расслышал. Ну раз убегает оттуда, значит чисто. 91 метку тоже я там был, и все чисто. Блин, я уже хотел тебя пристрелить. Не надо, не надо. Прикрой меня. МСП, по-моему, да? Нет, с дугами просто. Она с дугами, это просто. Пехотка.
все равно выяснять бы ее тикеты. Она взорванная. Машина едет. Да-да-да-да. Это МСП полная сквада. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не стрелять, не стрелять, не стрелять. Это пехотка, это не МСП, это пехотка. Пехотка, да-да-да. Но все равно там толпа сидела. Следуем за ними. Слушайте, стоп. Кинг, сходи в тыл куда-нибудь, в район. Вопросы, посмотри там на базуке, фобу или еще что-то будет там, потому что эта машинка тентовая. Принял? Давай, сгоняй туда, по-братски, посмотри, потому что пехотка оттуда ехала, это явно тентовая. Там фоба. Там не фоба, там в другом месте. Оп, заходим к ним в тыл сейчас. Да, я вижу машинку. МСП вижу, кажется, враг. Может, это... А, не, пехота, это пехота. Да, да, она, наверное, да? Ралли красные. Ралик сожгли. Идем в лес. Ко мне, радист. Бегу. Радист? Бегу, бегу, бегу. Привал. Опа, вижу ралик. В лесу много пехот. Ралик вижу. Взрывать? Да, да, да. Угу. Блин, гранат нет. Нужен тут с гранаты, ребят. Подойди к нему, подойди. Все. К нему. Я подошел. Жди, мы сейчас бежим. Пехота перед нами. Давай, давай. ВТК и Эрик, атакуйте этот лес, сближайтесь с лесом и начинайте отстрел. Я иду один к Малову, потом мы к вам присоединяем. Сейчас, Эра. Принято. Нашел фол. Взорвало. Угу. Хорош. Все, чистим лес. Ага.
Кинг, если ничего нету, возвращайся к нам. Давайте на запад чуть сместимся. Давайте здесь пошире рассоситесь, займем пока позиции, смотрим. У кого бинокли есть, смотрите в бинокли. Занимаем кусты и ждем. Радис, давай Хас... ко мне один. Да. Хас, они опять со стороны леса. Да, да. Они со стороны, короче, ремки идут. Там МСИ нашу взорвали. Смещайтесь сюда, парни. Пулемет, надо останься. У тебя там, если выгодные позиции, то оставайся. Да, я слышу МСИ. Едет, едет, вижу. Открывай. Не могу, еще далеко. Но бегу прямо по направлению к ней. Давай, Эрик, я с тобой. У них фоба там где-то. Она едет дальше. Пойдемте, смещаемся туда. А, ну надо там проверить, там враг, там у них что-то есть. Это по-любому, пехотка, либо это фоба, пехотка. Либо враг. Это пехотка, это не знаешь, там спи. Тент. Знаешь, там тент. Там, знаешь, тент. Остановилась. Ну надо их зачистить сейчас будет. Мы это бежим с Эриком.
Эрик, я сбегаю и попробую ралик взорвать. Ты видишь ралик? Ну, машины есть, не знаю. Жди, давай я сейчас подбегу к тебе. Окей. И смотри, там нашим не перепутай с нашими. Не-не-не, нет, нет никого. А, нет, там есть наши машины. На карте, если смотри, наши, да? Да нет там машин никого. Наши ралики пятнистые. Да, я нашел тент. А, нет, стоп, это не тент. Где ты видишь его? Да не, показалось. Не, я малому. Вот впереди прям, видишь, где здание? Вот я вот куда смотрю. Квадрат F 8. Сейчас на карте посмотреть. Там здания стоят, вот туда заехала машина. Не наша. У меня вода закончилась, так что я медленно, если что. Да-да-да. Здорово, ралик. Там вдалеке машина поехала. Там вдалеке наша машина едет. Да, это наша. Вот сюда заехала американская, точно знаю. Давай посмотрим. Угу. Мы уже далеко от отряда ушли. Да. Давайте далеко не будем, надо возвращаться, наверное. Да. Здесь пока мы ничего не встретили, возвращаемся. Ага, все, уходим. Уходите, и, вот здесь, где слушай, это даст нам больше. Боеприпасы их не лежат. Да, где? Взрываем. А ты их не взорвешь. Я же говорил, что что-то было. И, это боеприпасы их сейчас, по-моему, выкопать соседним... нужно. Давай, да. Правой кнопкой мышки. Парни, надо в точке помощи. Пулемет, сместись туда, пожалуйста. Я уже... Все хорошо. Выкопали. Бежим к точке. Ага. Передо мной пехота и вражеский танк. Сколько метров? 100. Он на дороге, танк? Нет, он в поле, рядом с кустами. Рядом с ним пехота есть? У меня в лесу пехот сверху от точки. Окей. Под раликом.
на камп уходите. Танк около Ральфа приезжает. Я вижу. Алло, давай вернемся туда, где у них мы нашли эту. Может быть, они сейчас там будут. Давай. Да. Угу. Точнее, тут два танка. Тут Шерм и Файерфлай и... И два Шарона. Наш ралик сожгли, и второй будем там ставить, да, если что? Да. Наш ралик не сожгли, он живой. А, блин, да, живой. Просто карта немножко развернулась. Кинг, на тебя МСП едет, вражеского, убей ее. Убил? Нет. Я ее вижу, вдалеке она. Ага. Убил ее. Молодец. Не ищи эрчи и шарма. Радист. Да. Тебе? А, ко мне двое подойдите, медик и пулеметчик подойдите, я сейчас ралли покину. Угу. Рядом. Все. Все, дефаем эту сторону. Может кто-нибудь припасы вырыть? А не, это тебе припасы кидает. Сейчас стой. Я не могу поставить, я не в зоне. А, окей. Забито, да. Да, я вижу пехоты.
пулеметчик видишь? Не вижу, могу отработать по метке просто. Пока не надо. Я сам дойду до этого. Пулеметчик, там пехота. Там прям на метке стоит, целится. Убил его. Я иду чекать эту зону. Прикрой меня. Понял, хорошо. На ролике, враг. Да, на ролике. Качан тебя. Не вижу кого. Одиночный. Он пробежал или его сняли? Радист. Да. Подойди ко мне. Хотя не подходи, там здание оставим, покарали. Дымы кидают с юго-востока от меня.
перемещайтесь. Пулеметчик, ты можешь там, да, этот, накрыть их? Я никого не вижу, вижу только дымы и кусты, и все. Понял. Донаты уже кидают. Уже близко. Дымах, парни, я вам не говорил уходить в триггер. Алло, блин, парни, ралик. Здорово, логику. Обнови его, попробуй. Они к ралику бегут. Обновился. Хорошо. Фобу где-то сверху поставили. Скорее всего. На крыше был. На крыше нашего здания. Снял. Убит. Одиночный опять какой-то. Ты его убил? Да-да-да, с крыши я его свалился. А, хорошо. Хорошо. А вот с юго-востока, там где дымы шли, там их несколько было и в дымах. Я двоих положу. Но там еще есть, точно. Она не продолжает дымить. Ух ты, ух ты. Кинг, смещайся к нам, тут базука нужна срочно. Умри где-нибудь. Слушай, умри, тащи МСП, Кинг. Если ты умер, притащи МСП. На 74. А в ВТК в кустах есть, вот там, где я меня положил. Красный. Да, они штурмуют кустах. Не гивапайся. Малой, ты гивапнулся? А, блин, да, я гивапнулся, сори, ты сказал, я в этот момент нажал, сорян. Не торопитесь, когда. Да я думал, там все, типа, вы в километре были, я типа думал, вы меня не поднимите, сорян. А, да, я... Так, я тебе сейчас... Вот такая стойка, не могу сейчас. Стой. Танк едет по дороге. Кинг, он у нас, он у нас. Прямо здесь, да. Он прям... Вон я на него смотрю. Я на него дымы бросил сейчас. Он стоит, никуда не шевелится. Давай, Кинг, ты как раз выстрел. Отлично. Они там еще. Сзади. Сзади, сзади пехота. Ралли красный. Да, они в кустах. Ралли красный. И тут их несколько.
Прямо в домике в этом. Выходи через двери. Минус 3 сделал, не знаю, ранил или что. На ралике вставайте резко, резко. И заходите им в задницу туда, да. Добейте танк. Красный опять заходит. Отбейте ралик наш. Да-да-да. Снайпер прям на крышу. Кинг там прям в точке. Я вижу пехотку, вот здесь они припарковали. Ралик свободно. Нашел ралик. Сжигаю. Вставайте, я вам сейчас ее выставлю. Тикетов 28 осталось, умирать-то смысла нет. Видимо, техника фармажит. Они уже в точке. Вижу машинку. Малой, ко мне не ходи, здесь пулеметчик на мне. Блин, у тебя там ралли красный опять, аккуратней. Ага. Они с трубы бегут. Тут их до хрена со мной. Пропусти их, подними наших раненых, попробуй. Блин. Сейчас попробуем.
Там, понимаешь, там поле, они все простреливались. Там пулемет у них еще был, еще человек 5. Метку поставил пулеметчика. Я там пехоты ловишь. Они наверх смещаются. У меня пехота здесь, вот здесь, где едут, они стоят на здании передо мной. Там стоит что-то. Эрика, они попли бегут на наших, которые привели. Давай наших попли. Ща. Я вот тебя прикрываю, давай. Ага, давай попробуй. Говорите, чтоб не кивапались. Не кивапались. Другого подымай, лечить потом будешь, другого подымай, то не успеешь. Вон там еще на поле халва лежит. Иду, иду. И говори им, пусть уходят сразу в кусты. Потому что поле открытое. Парню,